Добрый вечер, уважаемые любители волейбола. Добро пожаловать на матч 18-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги сезона 2013-2014 года. Встречаются команды Белогорье, город Белгород, Ярославич, город Ярослав. Представляем составы играющих команд. Команда Белогорье, город Белгород. Номер второй, кандидат мастера спорта Вадим Ажиганов. Номер третий, заслуженный мастер спорта Александр Косарев. Номер четвертый, заслуженный мастер спорта Тарас Кей, капитан команды. Номер пятый, мастер спорта Александр Богомолов. Номер шестой, заслуженный мастер спорта Алексей Казаков. Номер седьмой, мастер спорта Максим Пантелеймоненко. Номер одиннадцатый, кандидат мастера спорта Руслан Ханипов. Номер двенадцатый, мастер спорта Антон Паненко. Номер тринадцатый, заслуженный мастер спорта Дмитрий Мусерский. Номер пятнадцатый, заслуженный мастер спорта Дмитрий Ильиный. Номер шестнадцатый, мастер спорта Сергей Багрей. Номер семнадцатый, мастер спорта международного класса Максим Жигалов, лидер команды. Номер первый, мастер спорта Хачатурский Панян. Номер десятый, мастер спорта Роман Брати. Тренер команды, мастер спорта Сергей Брусенцев. Команда Ярославич, город Ярослав. Номер третий, мастер спорта Игорь Тесей. Номер пятый, мастер спорта Владимир Иванов. Номер шестой, Ильон Кехкес. Номер восьмой, заслуженный мастер спорта Семен Полтавский. Номер десятый, мастер спорта Сергей Шульга. Номер тринадцатый, Вячеслав Суворов. Номер четырнадцатый, мастер спорта Алексей Плужников. Номер пятнадцатый, Инал Россия. Номер семнадцатый, мастер спорта Виталий Шуров. Номер девятнадцатый, Егор Лагунов. Номер двадцатый, мастер спорта Андрей Калинский, либеро команды. Номер седьмой, заслуженный мастер спорта Александр Соколов. Номер шестнадцатый, Никита Кирилевский. Главный тренер команды, заслуженный тренер России, мастер спорта Сергей Светов. Старший тренер команды, мастер спорта Сергей Докер. Yes.
Shit, God damn, 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 shit, God damn